Приветствую, дорогие друзья! 14 июня 2019 года. Снимаю Луну с помощью телескопа Максутова Кассегрена системы SkyWatcher. Фокусное расстояние 1300 мм. Линза Барлоу двукратная и окуляр 10 мм. То есть увеличение 260 крат, без часового механизма, на три ноги. Видите, как быстро убегает Луна из поля зрения. К сожалению, на такой экваториальной монтировочке легенькой с креплением на окулярной части смартфона все это дело довольно сильно дрожит при перемещении, как только что я микрометрическими винтами тонкой наводки. Ну, в общем-то, если нет ветра и не трогать телескоп, то, видите, вот какое-то время очень красиво картинка четко видна, плывет в кадре. Земля вращается вокруг своей оси, и на небе Луна, звезды, планеты, Солнце, оно все движется, только глазом это не так заметно. Чем больше увеличение оптического прибора, тем это сильнее заметно. Вот сейчас красивый вид на кратер, которого, видите, полоски по поверхности. Столь мощный удар был, что вещество рассыпалось очень далеко, на многие сотни километров по поверхности Луны. Кто смотрел, тот знает, кто нет, посмотрите, на канале еще есть тоже съемки Луны и с помощью советского Алькора телескопчика и мобильного телефона. И вот на днях снимал со 150-миллиметровым Carl Zeiss телескопчиком, тоже системы Максутова Кассегрена. Он старенький, 75-го года, но картинку хорошую дает. Монтировка крепкая там на фундаменте. Я сейчас нахожусь за городом. Может быть, даже будет слышно, как какая-то птица кричит, может быть, сойка, я не знаю. И на водоеме недалеко жабы кричат. Ветра нет, воздух чистый, роса не выпадает сейчас. По крайней мере, на данный момент я еще не замечал. Полночь сейчас. Видео снимаю в 4К. Напомню, что те, у кого поддерживает браузер и компьютер позволяет воспроизвести в таком качестве, тогда YouTube дает возможность выбора в настройках плеера, такая шестереночка колесика, качество выше, чем 1080p. Ну, в любом случае, когда снимаешь 4К, то и Full HD, как оно, разрешение выглядит лучше. Можем попробовать еще вот так сделать. Мы сейчас выберем вот эту область. Смотрите, какая красота. В центрах некоторых кратеров видна горка. Не знаю, друзья, сколько я Луну наблюдаю уже в своей жизни. Наверное, больше 15 лет, это точно, в телескоп. Я не могу оторвать взор от этой красоты космической, потому что такой неземной ландшафт. Вот то, что изображение вот так переливается и дрожит, это турбуленция атмосферы, теплый и холодный воздух в атмосфере перемешиваются, и разные температуры воздуха имеют разные показатели плотности, преломления, и возникают вот такие искажения, с чем астрономы пытаются бороться. И система есть такая, адаптивная оптика, на современных огромных обсерваториях там зеркало подстраивается под эти колебания, ну или запускают телескопы в космос над атмосферой, чтобы вот избежать этих искажений. Получается, что если бы мы с вами оказались на Луне, допустим, да, на Луне, не на Марсе, на Луне, на Марсе есть атмосфера, а у Луны ее нет, то с Луны
даже вот в такие же телескопы, как мы здесь смотрим, картинка была бы намного красивее. Не было бы вот этой турбуленции, и мы бы с вами с Луны смотрели на родную Землю. Как необычно звучит, да? Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на новые сюжеты, почаще смотрите на небо. Всего хорошего всем, всего космического. До новых встреч. Пока-пока.